Всем привет! Любимец миллионов Анатолий Васильев родом из Нижнего Тагила. Он родился в уважаемой, состоятельной семье чиновника и домохозяйки. Отец не разделял увлечения сына, и когда пришло время поступать в высшее учебное заведение, настоял на том, чтобы сын получил серьезное и перспективное образование, а не занимался самодеятельностью. Васильев подчинился и поступил в техникум. Но парня хватило только на пару лет, после чего он больше не смог идти против себя и пошел против желания своего отца. Анатолий забрал документы с техникума и поехал в Москву, где и поступил в театральное училище. Карьера актера после его окончания развивалась стремительно. В итоге Васильев поработал в трех театрах и продолжает играть на сцене по сей день. В то время как с возрастом карьеры многих актеров увядают, популярность Васильева только возросла. Этому во многом поспособствовал успешный сериал «Сваты». Васильев не сильно опечалился после ухода из такого рейтингового проекта. Он не раз за свою карьеру отказывался сниматься, когда что-то шло вразрез с его совестью и видением мира. За это актера уважают и ценят все его коллеги. Личная жизнь актера складывалась нерадужным образом. Васильев был женат два раза, причем первый брак растянулся на долгие 17 лет. Первой избранницей артиста стала его коллега по цеху Татьяна Яцекович. Женщина подарила Анатолию сына, а он в свою очередь помог ей построить карьеру. Именно благодаря известной фамилии мужа Татьяна стала востребованной актрисой. Но, как известно, семейная жизнь актеров нестабильна, слишком много искушений. Эта участь не миновала и семью Васильева. Отношения дали трещину, и семья распалась из-за Татьяны, которая увлеклась другим мужчиной, тоже актером, с которым играла в одном из спектаклей. Это стало настоящим ударом для Анатолия, и после расставания он долгое время не общался с супругой. Спустя несколько лет Васильев встретил новую любовь в лице женщины по имени Вера. Свою вторую супругу актер встретил на телевидении, где она на тот момент работала. После красивого романа пара сыграла свадьбу. В браке родилась дочь. Анатолий делал все, чтобы его семья ни в чем не нуждалась, а Вера продолжала заниматься любимым делом. Ради этого актер часто отказывался от перспективных в плане заработка ролей, но ничуть об этом не жалел. Все было замечательно, но несчастье подкралось незаметно. У Васильева случился инфаркт. Актеру пришлось долго восстанавливаться, но благодаря любимой супруге он смог вновь вернуться к работе. Сейчас дела у Анатолия Александровича идут только в гору. Он много играет на сцене и выборочно снимается в телевизионных проектах. Среди последних ярких сериалов с его участием стоит отметить фильм «Андреевский флаг», в котором Васильев сыграл одну из главных ролей. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!